Всем привет, меня зовут Наташа, я Head of KA Department. Я пришла к ребятам на Design Brainstorm с идеей продукта в домене Healthcare, чтобы с помощью голосового интерфейса можно было бы записаться к врачам. Команды проработали флоу для основной фичи, где пользователь может записать свои симптомы, а искусственный интеллект по ключевым словам предложит подходящих специалистов, которым можно будет записаться буквально в два клика. В этом проекте мы были сфокусированы на том, чтобы постоянно показывать пользователю статус системы, что сейчас происходит. Это динамические волны и транскрипт его речи при записи, это лоудеры при обработке записи и поиске ключевых слов. А также с помощью анимации мы сможем держать пользователя в контексте, чтобы он не терял связь между теми симптомами, которые он записал, и специалистами, которые ему были предложены.